силы, вагоны скорости. Передача на Дани Роуз. Удар, гол! Дани Роуз! Тигр. Но может остановиться в раз. А у Сисока был и коридор, и мощь, и идти мог сам. И справа там Винкс вообще был свободен. Ну, что теперь об этом говорить? Победители не судят. Он отдал мяч Дани Роузу, и тот вколотил его в ближний угол ворот Хитона. В известной степени, наверное, гол может быть и вратарский, но Хитон вынужден был смотреть.